Надеюсь, процесс пошел. Приветствую вас, дорогие друзья. На связи с вами Олег Антонов. И обещал вам показать экстремальную Венецию. Вчера мы наносили первый слой. Сегодня будем ее накрывать и полировать. Вот. Что-то, может быть, вчера показывал, как мы убирали лишние рустики. Вот. Теперь я вам покажу, как они получаются уже. Пока она еще, мы еще не накрывали, то есть это первый слой, но мы здесь что сделали? Просто я полирнул верхушки. Полирнул верхушки, и уже можно тебе увидеть, что какой уже будет результат, когда даже вот в этом варианте, на, как я говорю, на сухую. Да, и уже можно видеть, там отражается лампочка. Сейчас я еще раз покажу. Может быть, на скользящем свете. Вот как она полируется. Полируется на сухую. Великолепно. Вот. То есть убираем. Смотрим там по руке, чтобы там какие-то там заусенцы, может быть, остались первого слоя. Хотя вроде я вчера и такое на полуподсыхание их заглаживал. Но, тем не менее, какие-то остались еще. Сказать, козяблички мы их убирали. Ну, во всяком случае, убираем сейчас. Вот. Что тут еще важно? Вот. Ну, вот когда убираем эти козяблики, тут мы так подполировываем наши рустики, чтобы они уже наши венецианочки уже читались. Вот таким макарником. Вот так. Вот. Ну и что касается нашей Венеции, то это, как Николаша обозвал ее, эко-кристалл. А, эко-штука. Эко-штука. Почему я говорю экстремальная? Мы, помню, вам показывали, как мы назвали ее, Константинопольская, когда мы в гараже делали. Мы там делали под покраску. Там после того, как мы ее финишкой сделали, это просто показывал возможности материала, как кристалл финишки. Почему там вам байку рассказал про что это? Венецианская штукатурка. Почему там я со 100% уверенностью могу там во всеуслышание, да, там всему, вещать всему ближнему и дальнему зарубежью. Потому что там присутствует мраморная мука, мраморная пудра. Поэтому можно с уверенностью сказать, что это жидкий мрамор. Вот, эко-штука. Что еще? По нанесению, что сейчас вы увидите, что мы будем. Просто накрыли и полирнем. Полирнем и получим там, будем говорить, такая цветная шпаклевка с элементами полировки. Вот то, что вы там затрачиваете усилия, когда вы шкурите, да, там финишку и делаете это под... Вот покраску, то здесь мы практически проходим те же там, можно так, те же движения, там полируем, ну, то, что вы там шлифуете, мы это полируем железним. Так что, ребята, не переключайтесь, вставайте с нами. Далее буду. Пока. Кого? Кстати, он не выключил.